Здравствуйте! В одном из видео я показывала, как вязать вот такой узор 3D тунисским крючком. Значит, есть люди, которые вязали даже пледы им. Но есть такие вязальщицы, которые так и не смогли осилить этот узор. Поэтому мне пришлось связать заново, теперь уже конкретное изделие. И вот я связала подушку тоже таким же узором 3D, только техника вязания здесь другая. Значит, вот одна сторона и вот так другая. Тунисским крючком 3,5 миллиметра. Обвязку и как сшивала в этом видео я показывать не буду. Я показывала в прошлом видео, где тоже вязала подушку, и дам вам ссылку, как я обвязывала и как сшивала. А вам уже решать, так же это делать или как-то по-другому. Значит, в этом видео я для себя открыла новый метод вязания от нескольких клубков, чтобы они не перепутывались между собой. Значит, вязала я вот так полосками. И здесь у меня задействовано было 3 клубка этого цвета и 2 цветных. И вот я вам покажу, как я вязала, и клубки у меня не перепутывались. Вес этой наволочки 122 грамма. Размер наволочки 30 сантиметров на 35. Для начала вам нужно нарисовать небольшую схему. Вот, смотрите. Вот так видно, да? Как буду вязать я, а вы уже потом сами сообразите. Я рисую линию на 8 квадратиков. 4, 5, 6, 7, 8. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше по диагонали, вот можно отсюда начать, рисуем ряды. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот опустили перпендикуляр. И получается 8 тунисских столбиков здесь. И здесь будет 1, 2, 3, 4, 5.
Здесь будет 5 тунисских столбиков другого цвета. Но, значит, всего вверх, вот так у нас будет ромбик. Вот. Мы должны провязать 1, 2, 3, 4, 5. А в реалии у нас еще будет один ряд установочный, то есть от которого мы будем набирать петли. Самый первый ряд. И получается, что вот сюда в высоту у нас 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5 и один ряд дополнительный. Вот из этого вам и нужно исходить. Можно, допустим, не 8 набрать тунисских столбиков, допустим, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, насколько вы хотите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять опускаем перпендикуляр сюда. И получается здесь 10. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вверх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще один ряд будет установочный. То есть всего 8. Здесь всего 6 рядов будет. По этому принципу вы должны вязать. Сейчас вам покажу, тут ничего сложного нет. Для этого вам нужно вязать образец и смотреть, какой вам ромбик больше понравится, этот или этот. Вот, я буду вязать вот по этому ромбу. Хотя мне нужно было бы еще один столбик добавить, на 9 вязать, он бы был пошире. Ну, я уже решила такой. Значит, вот я буду вязать этот. Вязать я буду из детской новинки, производство Пехорка, детская серия. Это 100% высокообъемный акрил, гипоаллергенный. Значит, цвета у меня какие? Малиновый мусс. Затем ежевика. Дальше цвет суровый. Белого у меня было мало. Я боялась, что не хватит. Причем этих цветов по одному мотку. А вот этих 3 мотка придется брать. Сейчас вы поймете, почему. Дело в том, что я для себя открыла, как вязать жаккард, чтобы клубки не путались. Не знаю, может быть, кто-то так вяжет, но я впервые для себя это открыла. Для этого обязательно нужны емкости, которые бы вы положили бы мотки, и чтобы емкость не... Вот в пакеты класть нельзя, потому что пакеты будут туда-сюда прыгать. А вот эти емкости очень хорошо. Их поставили, и клубки не будут путаться. Сейчас вам покажу это все. Значит, беру суровый цвет, которых у меня 3 клубка. И начинаем набирать петли. Значит, считать не нужно. Набираем какое-то энное количество петель. Ну, наберите штук 20-25 петель.
Так, и сюда ставим маркер. Это у нас один клубок. Мы его откладываем в сторону, чтобы он нам не мешал. Теперь будем работать по этой схеме. Вот нам нужно 5 и 8, это 13 петель. Правильно? 13. Вот, от начала вязания отсчитываем 13-ю петлю. Ну, можно одну в запас оставить. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. И берем цвет, который потемнее. И набираем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8 набрали. 1, 2, 3, 4. И вот эту миску ставим рядом с той, от которой мы набрали. Дальше берем белый или какой там. У меня вот тоже суровый цвет этот. Кладу в другую миску. И набираю 5 петель. Причем не перекручиваю. 1. Видите? Сразу набираю. Не перекручиваю. Вот, не перекрутила я их. 2. 3. 4. 5. Ну, эту петлю можно распустить одну. Так, вытащим и затянем. Это для подстраховки было. Так, теперь закрываем. Один, два, три, 4, 5. Мы с вами сейчас провязали изнаночный ряд. Вот они, петли изнаночного ряда. Вон они. И теперь в изнаночном ряду мы перекручиваем нитки. Так, перекрутили. И вот эту белую светлую опять назад. И вяжем дальше изнаночный ряд. То есть мы два раза перекручиваем нитки. И тогда у вас клубки не будут путаться. Так, довязали. Дальше. Берем опять какую-то емкость. И берем еще один клубок такого же цвета. И закрываем этим цветом. И теперь мы вяжем лицевой ряд.
В лицевом ряду мы петли, нитки не перекручиваем. Вот мы эту петлю протянули, сразу убрали нитку и вяжем вот этим цветом. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отставляем, поднимаем белую. Нитки не перекручиваем, просто отставили. Провязываем эти. Один, два, три, четыре. Так. И 4. Вот за полупетлю. И здесь за полупетлю. Провязываем изнаночный ряд, вяжем. 1, 2, 3. 4. А вот теперь в изнаночном ряду мы нитки перекручиваем. Вот, перекручиваем. Раз. Провязываем. И теперь перекручиваем наоборот. И следующую провязываем. Восемь. Дошли сюда. Берем светлый цвет. Тоже перекручиваем нитки. Провязываем. И перекручиваем обратно. Так, и теперь провязываем этим цветом. Две. Откладываем. Поднимаем другой цвет. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Так, в лицевом ряду мы не перекручиваем. Восемь. Убираем просто и вяжем белым цветом, светлым. Один, два, три. Вяжем изнаночный ряд. Один, два, три. Теперь мы перекручиваем нитки в изнаночном ряду. Провязываем. И перекручиваем обратно. Два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, вяжем изнаночный ряд, значит, мы перекрутим сейчас нитки. Белую закрыли и возвращаем назад, в обратном направлении перекручиваем. Опять идем на увеличение светлого цвета. 2, 3. Нитки не перекручиваем, просто белые убираем в сторону. А эту поднимаем. Вот, убрали в сторону, а эту взяли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убираем эту в сторону и провязываем светлым. Один, два. Это изнаночный ряд вяжем. Теперь мы поднимаем темную, перекрутили. 1. И перекручиваем в обратном направлении. Все, и у вас нитки идут так, как положено, как вы разложили свои емкости. То есть клубки у вас не будут бегать. Вам не придется распутывать. Опять перекручиваем, провязываем и возвращаем на место в обратном направлении. Так, давайте я с вами этот ромб закончу. Тут уже немного осталось. Так, добавляем. Нитку просто убираем в сторону и поднимаем темную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже убираем в сторону, провязываем последнюю, закрыли, а вот теперь перекручиваем. Перекрутили раз и перекручиваем в обратном направлении. Опять доходим, перекручиваем, провязываем. И перекручиваем обратно. Так, еще один ряд провяжем. 2, 3, 4. Одну белую светлую добавляем. И эту нитку убираем назад. Поднимаем темную. 1, 2. Сейчас вам еще один момент покажу. 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь за полную петлю не берите, за всю, потому что столбик опускается. Берите за половину, вот только за пол петли. И тогда он будет на уровне вот этот последний. Если бы вы взяли за всю петлю, как мы брали, где тут у него? Ну, в общем,
вот этот бы столбик последний, он бы опустился ниже, а это некрасиво. Поэтому вот последний столбик вот это, этой петлей, этой ниткой провяжем только за половину петли. Так, провязываем. Теперь мы перекручиваем, провязываем еще один и возвращаем на место. Еще на что обращаю внимание. Вот мы провязали последний столбик здесь, да, вот всегда в этом, в этих, когда меняете цвета, здесь, видите, ослабляется вот эта вот петля, слабо получается. Поэтому, когда вы перекручиваете, немножко натяните. Вот, подтянули. Перекрутили и дальше закрываем. И каждый ряд начинайте с петли потуже, иначе у вас этот край и этот не совпадут по плотности. Так, дальше один. 2, 3, 4, 5. Вот, смотрите, нитки у меня не перекручиваются. Видите, вот это как шла с этой стороны, она идет. Это идет у нас с этой, с правой стороны. И это рядом тоже с правой стороны. Вот, они не перекручиваются. Теперь берем еще одну емкость. Вот у меня еще одна миска есть. Берем другой цвет. И тоже убираем. И теперь самое интересное. Хвост оставляем на длину, чтобы можно было заправить. И мы с вами вяжем лицевой ряд. И вот эта нитка темная. Вот эта. Она участвовать в вязании сейчас не будет. Поэтому вот эти две нитки мы будем перекручивать в лицевом ряду. Вот лицевой ряд у нас сейчас. Я там перекрутила. Провязала. И перекручиваю назад. И эту темную убираю. То есть, вот эту нитку и ту, которой мы не работаем, крутим в лицевом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последний столбик мы должны провязать за полупетлю только. Не за всю петлю, а за полупетлю. У вас с этой стороны должно быть один такой цвет, один такой, и опять белый пойдет.
Теперь мы должны закрыть. Перекрутить нитки. И назад. Здесь в изнаночном ряду перекручиваем, провязываем белым. И перекручиваем в обратном направлении. Так, дальше вяжем 2, 3, 4. Сюда белую отставляем в сторону, а вот эти перекручиваем в лицевом ряду. Провязываем и перекручиваем их назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь эту нитку отставляем и белой провязываем. Вот это у нас изнаночная пошла. Вот за эту полупетлю. У нас, по идее, полная петля. Вот она. Сейчас попробую. Вот. Это полная петля. Но если за нее вязать, у нас опустится белая нитка. Белая петля опустится. Поэтому нужно вязать за полупетлю. Вот. И у вас, видите, как я говорила, будет белый, темный, посветлее и опять белый. То есть по одной петле должно быть. И эту петлю мы должны еще закрыть. Теперь перекручиваем. Мы же вяжем изнаночный ряд. И перекручиваем назад. В изнаночном ряду дополнительную нитку или второстепенную мы не крутим. Крутим основные нити в изнаночном ряду. Перекрутили и назад. Дальше один. Здесь подтягиваем. 2, 3. Отставляем. Эти перекручиваем. И провязываем. И перекручиваем в обратном направлении. Так, я вам уже покажу полностью, на что обращать внимание, чтобы потом не было вопросов. Так, это у нас уже 6, 7, 8. Отставляем. Берем белую.
провязывать. Вот еще раз напоминаю, вот эта петля, потому что многие не понимают, вот эта петля изнаночного ряда, мы ею закрывали, а вот сам столбик. Вот теперь мы будем полностью в него заходить, вот так. Вот. Теперь мы его закрываем один, второй, перекручиваем.